80 первоклассников посвятили в юные музыканты. Торжественная церемония прошла в детской музыкальной школе номер 1. Это традиционное мероприятие, где первоклассники покажут свои умения и впервые выйдут на сцену. Наряду с малышами выступали и опытные музыканты. Как известно, музыка обогащает духовный мир ребенка. В школе занимается более 300 ребят на 6 отделениях. Больше половины в них заняты в мероприятии. В концерт вошло 30 музыкальных номеров. Это традиционное мероприятие, которое мы проводим с 2001 года без перерывов. Единственный перерыв случился в прошлом учебном году из-за пандемии. Поэтому в сегодняшнем концерте мы посвящаем юные музыканты не только первоклассников, а еще и учеников второго класса, которые в прошлом году были первоклассниками. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. На сцене и коллективные номера, и хоры первых музыкальных классов, и различные ансамбли, флейтисты, пианисты, гитаристы, а также сольные номера. В мероприятии участвуют в основном младшие школьники, то есть первоклассники. И на этом концерте они показывают, чему они научились за эти полгода. Вот, они пришли в сентябре, вот, и что они уже умеют на сегодняшний день. Первоклашкам не терпится показать все, чему они научились. Некоторые из них, несмотря на юный возраст, уже многократные победители различных конкурсов и фестивалей. Сестры Ксюша и Оля Путилины, к примеру, буквально недавно выступали с симфоническим оркестром в Тирасполе. Мы сегодня играем на сцене польку Глинки Михаила. Она мне нравится, потому что она очень веселая. Еще в средней части, когда мы играли, там скрипки как будто бы волнуются. Мне нравится, что здесь мы играем 8 рук. Юные музыканты порадовали гостей отчетного концерта исполнением классических, народных и современных произведений. Это уже виртуозное семейное трио Гриша, Мария и Юра Мастеровы. Играть на флейте, на фортепиано. Мне нравится скрипка, потому что там добрая учительница. Мне нравится заниматься на пианино, потому что добрая учительница. Я добиваюсь неких результатов. Я занял 3-е место по Приднестровскому этому конкурсу, который был, занял 3-е место. И недавно выступил с симфоническим оркестром в Тирасполе. Сыграл произведение своего Исаака Берковича, первая часть. Никифоренко пошла по стопам папы. Он не просто выпускник этого учебного заведения, а директор школы. Мне просто нравится заниматься музыкой. Я не могла отказать папе. Радовать творчеством, любить музыку и гордиться званием «юный музыкант». Отныне его носят новички школы. Елена Расланова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.